Кристина, ты в порядке? Это землетрясение! Нужно бежать отсюда! Ура, я спасена! Плывите сюда, я тут! Обещай, что мы всегда будем вместе. Согласен, я никогда не забуду это приключение. Ритуальный огонь уже разожжен! Ты живой? Что произошло? Что нам теперь делать? Куда мы вообще попали? Походу, мы на необитаемом острове. Хорошо, что Мия заболела и не полетела с нами. Просто счастливчик. А где Тина? Вы ее видели? Нет. И походу больше не увидим никогда. Как ты можешь такое говорить? Она где-то под завалами. Нужно ее найти. Ты что стоишь? Она ж твоя сестра. И что? Мне теперь ради нее в обломки самолета лезть? Ну, конечно. Я ее ненавижу и не стану рисковать своей жизнью ради нее. Тебе самому от тебя не противно? Она наша подруга и твоя родня. Если у тебя нет сердца, то ее сам найду. Офигел! То есть тебе Тина важнее меня? Тебе не стыдно? Она может быть под завалами, может быть ранена. Вот вали к своей Тине. Я всегда подозревала, что она тебе нравится. Вы оба сошли с ума. Сейчас не важно, кто кому нравится. Мы должны помогать друг другу и держаться вместе. Ну и дуйтесь тут дальше. Помогите! Слышите? Кажется, это Тина. Стой, не оставляйся, это не! Помогите! Тина, ты в порядке? По-моему, ногу повредилась, не могу встать. Тиночка, сейчас я тебя подниму. Не могу, походу спину сорвало. А что ты ее трогаешь? Может, еще поцелуйтесь? Ты совсем больная, она ранена. Тайлер, а ну помоги. Почему я? Мне ничего больше делать нечего. В смысле, почему ты? Она же твоя сестра. Тайлер, ну пожалуйста. Как ты меня достала, вечно от тебя одни проблемы. За что ты так со мной? Мы же одна семья. Лучше бы ты и дальше лежала в обломках. Долго мы еще тут будем торчать? Вон уже небо затянуло. Мы все успокоились и сели. Нам нужно держаться группой, чтобы выжить. Я буду самым главным. Какого фига? Я не согласен. И я. А я согласна. Я самый умный. Так, а теперь быстро встали и притащили обломки самолета. Нам нужно делать укрытие. Скоро будет буря. А Тиночка не хочет нам помочь? Она же ранена. У меня вообще-то тоже царапины и синяки. Пусть Тина стоит под открытым небом. А я поищу какие-то вещи. Офигеть! Ура! Что там? Вода! Я нашел воду! Ура! Какой-то рюкзак. Ладно, потом посмотрим, что там. Нужно скорее спрятаться в лесу. Буря будет мощной. Эй, а я! Ну, задолбала. Миновала. Не больно. Нога болит. Так, нужно зафиксировать. Зачем ты с ней так нянчишься? Она это делает просто для того, чтобы привлечь внимание. Неправда. Да ты все время так в детстве делала. Да, Крис не разрешал. Вот, держи. Станет легче. Почему Тине можно, а нам нет? Когда ты уже наконец поймешь, ей плохо. Вот, тут немного дождевой воды есть. Можешь попить. Надо глянуть, что там. Вау, Тиночка будет пить из бутылки, а твоя девушка из лужи. Придурок. Ой, можешь кричать, сколько влезет. Я буду соблюдать свои правила. Так, правило номер один. Одна бутылка воды в день на всех. Что? Ну капец себе, Крис, сейчас ты получишь.
Офигеть! Вы тоже это видите? Это желание! Ура, мы спасены! Так, еще не спасены. Но теперь мы знаем, что тут есть люди. И мы тут не одни. Их могли давно уже съесть. Ай! Мне же нога болит! Я спать. Уйди, я так буду спать. Ага, смотрю, тебе уже полегчало, да? И ты всех обманывала. Да, полегчало, никого не обманывала. Уступи палатку, я же девочка. Так, новое правило. В палатке спят только девчонки. Ты че, офигел? Спасибо, блин. Как есть хочется. Крис, ты сегодня сделаешь хоть что-то для меня, а не для своей Тиночки. Да. Сейчас я тебя покормлю. Вот, держи, любимая, это роллы. Приятного аппетита. Спасибо, любимая. А кстати, а что внутри этих роллов? Дождевые черви. Придурок. Нашел, веревка. Так, все встали, бегом. Идемте собирать бамбук. Скоро стемнеет, и нам нужны факелы. Что? Неужели ты с факелами придумал? Спасибо. Я ходил на курсы выживания. Может, вы уединитесь? Ты прекращай. Нужна! Я хочу есть. И я буду есть. А с вами не поделюсь. Где у тебя на лице? Что, веснушки? Нет, волдыри. Раз вы не умеете слушаться, тогда я ввожу новое правило. Без разрешения ничего не есть. Задолбали твои тупые правила. О, бананы. А я пойду сам их и сожру. Ха-ха. Нет, стой! Помогите! С ним что-то случилось. Бежим. Талер, что с тобой? Вы что, вы не чувствуете дым? Что это? Опять эти дым, страшно! Почему мы всегда слышим животных, но его не видим? Может, дым ядовитый? Точно, я такое в книгах читал! Что ты читал? Ну, люди могут распылять ядовитый дым, который вызывает галлюцинации. И что? Ну, рев зверя – это просто наша фантазия. Если кто-то травит нас дымом, значит, люди тут точно есть. Я что-то плохо. Я сознание потеряю. Эй, вы как? Все закончилось? Закончилось. Возвращаемся в лагерь. Уже поздно. Да, выспимся и завтра пойдем искать людей, которые распыляют яд и построили лагерь. Так, что тут у нас еще? О, братцы, офигеть! Теперь мы сможем словить сигнал и вызвать подмогу. Крис, чего ты тут сидишь один? Там все уже проснулись. Не мешай. Не мешай? А что это у тебя? Где ты это взял? А ну отдай! Потом расскажу. Ты вообще на меня внимания не обращаешь? Ты что, меня больше не любишь? А как можно быть такой глупой? Это все из-за моих прыщей, да? Или ты свою Тиночку любишь? Какую Тиночку? Я ей помогал из-за беженности, потому что она была ранена. Кити, ну я сейчас занят, поговорим потом. Ах, потом? Ну я тебя отомщу. Начинается. Я этому Крису сейчас устрою. Эй! Ты офигела? Крис заслужил. Прекрати, это общая вода. Что ты устроила? Пришел нас без воды оставить! Да! Потому что ты меня достал! Подай! Нет, здесь! А ну прекратили! Решили драться друг с другом! Нам нельзя ссориться! Надо быть дружными! Ты своей девке это скажи! Пока вы тут ерундой занимались, я нашел рацию! Вау! Я ее настроил, и она словила сигнал! Что? Куда он ведет? Вглубь леса! Я думаю, там люди! Тогда бежим скорее к ним! Надеюсь, они нам помогут. О, туда, скорее. Сегодня знаменательный день. Мы
мы принесем в жертву туристку, и нашей жизни больше ничего не будет угрожать! Да начнется ритуал! А вы кто такие? И что вы тут делаете? В нашем лагере непрошенные гости! Хватайте их! Нет, стойте, мы пришли с миром, мы не желаем зла! Наш самолет разбился на этом острове. Помогите нам. Еще одни. Теперь мое племя станет еще больше. Только вы помешали нашему жертвоприношению. А зачем вы это делаете? Мы живем на этом острове уже 10 лет. С тех пор, как наш корабль разбился. А вчера нам начали приходить угрозы. Читай. Если хотите тут дальше жить, принесите кого-то в жертву. Офигеть! А что это за девчонка? Я приплыла на этот остров исследовать редких насекомых. Они поймали меня и сожгли мой катер! Отпустите ее! Она не виновата! Ага, сейчас! Я хочу дальше жить спокойно на своем острове! Меня достали эти записки! Может, это кто-то просто прикалывается? Будешь много разговаривать, тебя в жертву принесет! Стоп! Предлагаю действовать по-умному. Тебе же нужно больше работников в твое племя. Допустим, но тратить рабочую силу просто так нельзя. Я предлагаю принести в жертву самого слабого. От того, от кого нет пользы. Это ты интересно придумал. Ля-ля! А он умный. Нам такие нужны. Но нужно немного подождать, выяснить, кто же самый слабый. Но есть одно условие. Вы отдадите мне в жены вот эту девку. Делай, что говорят, если хочешь жить. Располагайтесь, скоро вычислим самого слабого. Так, нужно помочь бедняге. Спасибо, что спас меня. Слушай, у меня еще много запасов еды. А что это за забор? Это поселенцы построили. Они тут 10 лет живут. Странно то, что они спалили твой катер. Они же могли на нем плыть. Они за 10 лет одичали. Теперь их дом тут. Они не хотят уплывать. Как это вкусно. Ты такая добрая. Ты тоже. Эй, Гриш! Я его подружку себе нашел, да? Ты делаешь моей парни тут сидеть? Я его просто благодарила за спасение. Ага. Получайте! Это наша еда! Мы тебе сейчас... Стоп! Новое правило! Никому не ссориться! Не нужны нам больше твои правила! Чити, что ты делаешь? Теперь голову нельзя! Я подчиняюсь ему! И вообще, Крис, мы остаемся! Ты меня достал! Горкини, стой! Кстати, спасибо за зажигалку! Сперла из твоего рюкзака! Капец! Не расстраивайся. На этом острове все сходят с ума. Зачем ты мне отдал Заку в жен? Он же мерзкий. Эй, заткнись. Он вообще-то мой брат. И что? Он все равно мерзкий. Ты заставляет нас работать. Отдал и отдал, подумаешь. Эй! Отвали, придурочная. Хочешь выжить, нужно идти на жертвы. Ты отвратительный брат. Почему ты меня так ненавидишь? Родители вечно любили тебя, а я им попросту был не нужен. Это неправда. Заткнитесь, собирайте хворост, а то Заку расскажем. Задолбали. Что это? Это землетрясение. Нужно бежать отсюда. Спокойно, не паникуйте. У нас у всех просто галлюцинации. Или нет? Если ты в порядке. Помогите, у меня травма. И мы сейчас отнесем тебя в лагерь и окажем помощь. Не плачь. Это дом? Это мираж. Наверное, снова это дым. Ты больной? Это реальность. Или нет? Хватит! Кэти ранена. Отнесите меня к брату. Я же его сестра любимая. Он мне точно поможет. Конечно, сейчас. Че встали? Бегом! Возле лагеря. Срочно нужна жертва.
или вам тут не жить. Зак, скорее, твоя сестра ранена. Зак, помоги мне, мне больно. Прости, Кесси, но нам нужно это сделать. Что тут происходит? Моя Кесси, она ранена. У нас был уговор принести в жертву самого слабого. Прости, Кесси, но это ты. Что? Нет. Как ты смеешь? Ты же ее брат. Вот и Зака! Он знает, что делает. Это несправедливо! Мы договаривались. Я не виноват, что ты самая слабая. Хватит! Опомнись уже! Мы же все-таки не чужие люди. Но мы взяли этого Заку. Давай, давай, бу-бу-бу. Я не знаю, кого слушать. Я ничего не понимаю. Хочу домой. Это я виноват. Это я придумал этот уговор. Мой шанс. Вернись! Ура, я спасена! Плывите сюда, я тут! Крис, ты слышишь? Там Гарнер! Нас спасут! Не могу поверить! Это значит, мы будем скоро дома? Ну, наверное, наша подруга Мия уже скучает за нами. Обещай, что мы всегда будем вместе. Согласен, я никогда не забуду это приключение. Что-то Кесси не слышно. Катера? А где Кесси? Кесси! Она прогула! Кесси, ты где? Может, ее спасли? О, нет! Что с ней? Кесси! Мы ее потеряли! Может быть, Кесси больше нет. А как? Вам это скажу остальным. Что она смогла спастись и уже дома. Идем. Мы должны вам кое-что сказать. Кесси, ее больше нет. Нет! Этого не может быть! Я любил ее! Это все из-за этого тупого Зака! Хорошо, что его похитили! Похитили? И Тину тоже. Что? Пока мы все ссорились, снова накатил этот дым. И потом все пропали. Ты сделай что-нибудь, мы же скоро тут все исчезнем. Так, мне это все надоело. Кто-то пускает дым, от которого у нас постоянно видение. Шлет записки. Мы скоро тут все перебьем друг друга. И не сойдем с ума. Мне тут недавно показалось, что тут есть дом. Этот дым точно нас травит. Так, ладно. Кто за то, чтобы я стал главным в этом поселении? Я! Тогда делайте то, что я говорю. Мы с Тайлером и Евой будем дальше ловить сигнал. Может, кто-то откликнется. А нам что делать? Вы втроем идите, добывайте еду. Пойдем, девчонки, будем ловить рыбу. Моя Кесси, если бы не Зак, она бы не убежала. Я ему отомщу. Зак должен был это сделать. Нашему поселению кто-то угрожает. Но она его сестра. Почему он не выбрал ту пленницу или кого-то из вас? Эй, она была самая слабая. Все по-честному. Нет, заткнись. Хватит, мы не должны ругаться. Что это? Опять этот дым. Бежим отсюда скорее. Вы видите это? Это же дом. Но что он тут делает? Вспомните, что говорил Тайлер. Нас травят ядовитым дымом. Это иллюзия. Нужно скорее бежать, пока мы не отравились. Ага, а то нам уже дома мерещится. Мне плохо. Где мы? Мы в какой-то лаборатории. Откуда она здесь? Или мы уже не на острове? Мы не могли так долго спать. Мы точно еще на острове. Тут живет какой-то сумасшедший ученый. Слышите? План удался. Скоро все будет, как я хотел. Кто это говорит? Плохо слышно. Не знаю, но нам пора сматываться. Нам нужно найти дорогу обратно в лагерь. Мы скажем всем про этого ученого. Он хочет нас уничтожить.
наконец-то! Полдня вас ждали, где еда? С нами такое случилось? Быстро ты нашел мне замену! Крис, советуй любовь! Никита, сейчас не время. Нас опять окутал ядовитый дым. А потом мы проснулись в каком-то доме. Там лаборатория какого-то профессора. И мы слышали голоса. Тина и Зак могут быть у него в плену. А я говорил, что видел дом. Так это была не галлюцинация, офигеть! Так, нужно срочно вернуться назад в тот дом и спасти их. Вы помните дорогу? Да, Крис, нужно пойти туда и напасть на него. Не-не-не, я в этом не участвую. Но мы все как одна семья, и мы должны помогать друг другу. Ради Тины и Зака я не стану рисковать своей жизнью. Слишком много чести для моей тупой сестренки. Ну тогда вали отсюда, такие как ты нам не нужны. Мальчики, прекратите! Отлично, я ухожу. Пусть идет, он и дня не продержится в лесу. Так, а теперь планируем нападение. Возьмем все, что у нас есть, и окружим дом. Надо показать этому ученому, кто здесь главный. Да! Показывайте дорогу. Эй, ученый, выходи! Будем драться! Дым, нам сейчас опять плохо станет. Нам не победить этого психа. Он злой гений. Интересно, кто он и что от нас хочет? О, а вот и вы. Думал, вы уже не придете. Зак, спасайся. Тут какой-то ученый нас всех травит. Чего? Я вас не травлю. Что? В смысле ты? Это моя лаборатория! Я построил ее, пока тут жил! А вы, бездари, ерундой занимались! А зачем тебе лаборатория? Я проводил опыты, исследовал остров. А что? Офигеть, то есть это ты дым пускал? Какой дым? Я ничего не делал! Зачем ты похитил Тину? Что ты задумал? Мне опять приходят записки! Нужна жертва, понимаешь? И ты решил принести в жертву Тину? Ты вообще знаешь, что из-за тебя мы потеряли Кесси? Она уплыла и пропала без вести. Кесси пропала? Так, все, дайте мне разобраться с Тиной. Зак, остановись, хватит нас всех истреблять. Нет, она моя жена, забыли? Подожди, одумайся. Пошли, тебе еще нужно нас всех спасти. Нет, Зак, отпусти меня. За ним, скорее, его нужно остановить. Идите, ну немедленно! Не могу! Нужно спасти племя! Ритуальный огонь уже разожжен! Да принесем жертву! Нет! Зак, пощади меня! Да начнем же! Давайте! Я кое-кого нашел! Нет! Это еще кто? Как вы посмели мне мешать? Сестренка, не плачь! Я уже тут! Братик, неужели ты меня спасаешь? Я бы никогда не дал тебя в обиду! Чуть не потерял тебя! Я так испугался! Ты меня раньше никогда не обнимал! Я думала, тебе пофиг! Как ты тут вообще оказалась? Ты же сказала, что заболела и осталась дома! Не понял! Вы что, знакомы? Ага! Это наша подруга обманщица! Это все она устроила! Не может быть! Мия, объясни! Простите, я просто хотела сделать пранк! Думала, будет весело! Какой еще пранк? Сейчас расскажу! Я решила вас всех пранкануть! Подготовила целый чемодан приколов! Тайно летела с вами в самолете, а потом, когда он разбился, я сбежала. Ну и вот я начала делать пранки, как и планировала. А вам что, не смешно? Так это ты нам посылала записки с угрозами? Ага, я нашла ваше поселение и думала, что будет забавно. Идиотка, мы из-за тебя чуть кучу людей не потеряли. А зачем ты травила нас дымом? У нас из-за него были галлюцинации. Я вас не травила. Это просто был костер. И галлюцинаций никаких не было. А кто тогда рычал? Так это я звук на колонке включила! А че вы такие злые? Я шутила! Из-за этой
психопатки, мы чуть не уничтожили друг друга. Я потерял сестру. Мия свела меня с ума. Успокойся, все в порядке. Чего ты меня успокаиваешь? Я над тобой издевался, обращался как с вещью, еще и жертву хотел принести. Прощаю. Так, нужно решить, что с ней делать. Что? Что со мной делать? Тащите ее к воде. Да! Да! Как нам тебя наказать? Не надо меня наказывать! Я вас спасу! Интересно, как же? Да вон, я же подлогу вызвала! Вон, видите? Нет. Да как же? Ну вот же плывет катер! Вон там уже целое судно спасателей! Не верьте ей! Она помешанная психичка! Из-за тебя моя сестра пропала! Я чуть не принес жертву своих людей! Я знаю, что с тобой делать! Там тебе и место! Нет! Выпустите меня! А что это за погреб? Я его сам построил. Из него невозможно выбраться. И она больше не вернется? Никогда. А теперь идем обратно в лагерь. Ну что, вы наказали Мию? Не переживай, она нас больше не побеспокоит. Зак, не трогай Тину, ты хотел принести ее в жертву, ты сумасшедший! Тайлер, не трогай его, он был не в себе, я его простила. Офигеть, она влюбилась в психо. Хорошо, хоть ты у меня не такой. Спасибо. У нас закончилась еда и вода. Что делать? Не может быть, мы же пропадем. Нет, я хочу. Все это время все было, и ты молчал? Ну откуда? Я в лаборатории искусственно выращивал овощи и фрукты, а им говорил, что они с неба упали. Ну спасибо! У нас есть рация? Вы слышали? Кажется, я словил нужную волну. Что? Есть шанс, что нас услышат? Да, я пойду в лабораторию и попытаюсь вызвать подмогу. Ждите меня здесь, я вас спасу. Надеюсь, у него получится. Он наш последний шанс. Вернемся домой, собирайте вещи быстро. Конечно, давай. Веревка есть? Есть. Что, не с нами? Остров наш дом, мы не поедем с вами. Как это? Тут же нет никаких условий для жизни. Мы уже привыкли и живем здесь как семья. Спасайтесь, а мы останемся с Заком здесь. Доживать свои дни тут. Жаль. Спасибо вам за все. Но нам пора. А ты едешь? Я не знаю, меня дома никто не ждет. Я сирота. Поехали. Помнишь, мы хотели быть вместе? Прощайте. Я тоже не поеду. Хочу остаться тут с Заком. Ты с ума сошла? Какой Зак? Пойдем! Пока! Нет, пусти! Почему ты не хочешь домой? Зак обращался с тобой как с вещью. Это неправда. Он запер тебя в клетке, а потом чуть не... Я знаю, но я останусь. Я влюбилась, и я нужна ему, Тайлер. Мне ты тоже нужна. Но ты же меня ненавидел. Прости, сестренка, я всегда тебя любил. Просто обижался, что все внимание доставалось тебе. Я тоже тебя люблю, братик, но я останусь тут. То есть мы только помирились, и нам нужно сразу расставаться? Получается, да. Прощай, Тайлер. Эх, надеюсь, Зак нас не обманул. И скоро все будет хорошо. Я так рада, что встретила тебя. Хватит. Ладно, простите меня. Я вела себя отвратительно. Все хорошо. А где Тина? Тина не поедет. Она не захотела, я буду сам. Ну что ж, это ее выбор. А где Зак? Он вызвал помощь? Все получилось! Я вызвал подмогу, за вами уже плывут! Спасибо вам, ребята.
Ну что, пора прощаться. Надеюсь, мы еще когда-нибудь увидимся. Это вряд ли. Тут мой дом. Ну все, пока. 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 Какие они идиоты! Я сделала подкоп и проникла в лабораторию Зака. Я послала им фальшивый сигнал о помощи, и теперь они думают, что их спасут. На самом деле, этот остров секретный, и связи с Илой. Им никогда отсюда не спасти. Очень-очень давно ждали это событие, и оно наконец-то свершилось. Наконец-то мы выбрали комментарий, на основе которого мы сняли видео. Да! Тим, наши подписчицы и по имени. Спасибо тебе большое! А знаете, как это все произошло? Мы сидели с нашими сценаристами, которые пишут нам сценарий, разложили карты Таро. Если вы знаете, что это такое, а я думаю, вы знаете. Вот, и там нам выпало что? Самолет и башня! И там сразу... Мы поняли. Мы начинаем листать комментарии и видим комментарий Клары про авиакатастрофу. Так все и сложилось. Это просто, это судьба. Это да. Судьба. Поэтому спасибо тебе большое, Клара, да еще раз. Клара. Ты просто невероятная! И, как видите, ребята, мы читаем все-все-все ваши комментарии. Мы реально черпаем вдохновение от ваших идей. Мы смотрим, что вам нравится. И то, что вам нравится, кстати, очень даже нравится нам. Поэтому не забывайте писать комментарии. Продолжайте писать комментарии, потому что мы еще снимем видео. Ну, точнее, заколлабимся с вами, с вашей идеей. Помните, когда мы только рассказывали вам про наш коллаб, мы говорили, что в сентябре мы что-то снимем? Нет, не только в сентябре. Мы продолжаем. Поэтому пишите, 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 пишите. Мы сейчас читаем. И отдельное спасибо тебе, Клара. Да, Клара, класс, класс вообще. А сейчас Мия подготовила для вас сюрпризик. Смотрите. Да, не пропустите, Мия, просто... Всем привет, ребята! И сегодня я вас проведу на нашу съемочную площадку, и вы посмотрите, как проходят наши съемки. Это будет такой мини-бэкстейдж. Ребята! Мы все как одна семья должны помогать держаться друг друга. Не трогай, ломаешь локацию. Нет, извини, на колени. Да. На колени. Да. Мы скоро всех потеряем. Вот на такой печальной ноте закончилась эта сцена. Еще не закончилась. Да, нас выгнали. Ну вот вам небольшой кусочек, как проходят наши съемки, чтобы вы знали, чтобы вы понимали, как все это происходит. Поэтому вот так вот мы делимся с вами немножечко нашей работой, нашей жизнью. Если вам понравилось и вы хотите увидеть больше, потому что мы вам показали всего лишь одну сценку, вообще маленький фрагмент. Если вам понравилось, пишите. Может, вообще снимем бэкстейдж всех съемок. А кто это идет? Это же Тайли! Это съемки бэкстейдж. Вы закончили сниматься? Да, так и есть. Вам понравилось? Да, очень безумно. Я в этой сцене очень эпично ушел. Расскажите ваши ощущения. Вы попали в аварию с самолета. Что вы чувствуете? Ну, будто бы вот после аварии в самолете такое ощущение. Да ладно. Ну, чуть-чуть найти такое. Я вас поняла. Давайте попрощаемся с нашими зрителями. Ребята, бэкстейджик, пишите в комментариях, как вам такая рубрика. Будем, если понравится, будем снимать побольше, покруче. Ну и все, спасибо вам большое, что смотрели нас бэкстейдж. Пока! Ты интересно придумал. Как ты смеешь? Ты же ее брат! Ты сумасшедший! Тайлер, не трогай его! А ты изменщик! Раим говорил, что они с неба упали. Тим! 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 Тим!
есть. Ну, спасибо. Спасайтесь, а мы останемся с Заком здесь. Проживать свою молодость.